«Газпром-экспорт» уже в третий раз провел сделку по продаже газа в Европу за рубли. Сделка была осуществлена через электронную торговую платформу компании. Об этом сообщается на сайте «Газпром-экспорт». Сделка была заключена в конце июля. Уже в этом месяце газ будет поставлен в пункт «Газпул» в Германии. Как отмечает глава «Газпром-экспорта» Елена Бурмистрова, третья сделка с оплатой в рублях свидетельствует о том, что такой формат торговли востребован на европейском рынке. Напомним, электронная торговая платформа была создана для продажи газа Европе как дополнение к действующим договорам. С начала работы электронной платформы было реализовано более 10 миллиардов кубометров газа и заключены контракты с более чем двумя десятками компаний.